Айшат, я поздравляю вас с вручением такого замечательного приза. Вы знаете, с компанией Faberlic сбываются все мечты. Я желаю, чтобы вот этот замечательный автомобиль принес вам удачу, гладких, ровных дорог, ну и, конечно же, карьерного роста по лестнице успеха Faberlic. И я думаю, что именно этот автомобиль вдохновит вас на новые подвиги, на новую работу, и вы в ближайшее время закроете высокий статус.